Вот, сегодня, значит, 8 марта, сегодня конечно пересечение Сивцева-Вражка, вот, в Большом Афанасьевске. Вот, ну, он назван в честь церкви Афанасия, вот, как, ну, я думаю, что вот та вот. Ну, то есть, вот, как бы это, вот, там уже Гоголевский бульвар, как я понимаю, ну, бульварное кольцо, в смысле, может, на Гоголевский. Вот, и вот Афанасьевский, Большой Афанасьевский, я туда сейчас ползу потихоньку. Вот, ну, в принципе, вот, я оттуда шел, здесь вон все перестраивается, у них там перестраивается. Вот здесь ничего такого не прочитал, кроме того, что здесь жила Майя Кристалинская. Вот я ничего, тут есть какой-то дом Луганина, что ли, как называется. Ну, что-то вот, типа, достопримечательность. Может, здесь, может, вот тот. То есть, может, там, вот где-то. То есть, он такой. И вот здесь салон красоты Долорес. Ебить твою мать. Вот, вот там Академия искусств Буруганова. Вот, наверное, этот дом к нему относится. Я туда уж лезть не буду. Это там дворы. Вот за этим зданием, как я понимаю. Да, вот это вот здание, музей Буруганова. Вот он здесь находится. Одно это архитектор, по-моему. Вот здесь вот около этого музея Буруганова, значит, есть вот такой вот, значит, объект архитектурный. Вот здесь Андрей Тарковский. Вот. Иван Бунин. Может, он скульптор был. Там Ханов, ну не важно. Рудольф Нуриев. Вон как его изобразили. И вот здесь последний конструкт. Так. Мстислав Ростропович. Ну так вот. Вот здесь вот дом Радищева. Большой Афанасьевский, дом 9. Может быть вот этот, а может быть вон та стена, кто его знает. Ну вот Радищев, насколько я понял. Вот. Был декабристом. Принадлежал к князьям семьи Урусовых. Вот. В принципе, вот он заканчивается, я думаю. Здесь уже шестой дом, да. Вот, и как бы он перетекает уже, по-моему, в Арбатский переулок. Вот он закончился, Большой Афанасьевский. Здесь я уже здесь был. Ну, здесь вот. Чертовский, он туда вот здесь.